Всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Аверворд, на канале Авергейминг, и сегодня мы продолжаем играть на 15-м сервере Радмира РПКРМП, и это продолжение рубрики «Будни перекупа». Собственно, получается, уже четвертая часть. Заработал за этот, получается, период довольно-таки много. Про сам период, с какой по какой даты, я буду говорить, собственно, в самом ролике, или же подведем итоги в конце. Ну что ж, в принципе, можем начинать. Ну а запись этой серии начинается с 6 мая, собственно, где я продаю свою квартиру за 600 тысяч. Собственно, как я уже говорил в предыдущей, насколько помню, серии, словил я эту квартиру. Да, я словил ее с ГОСа за 300 тысяч, и, собственно, теперь я решил уйти в перекупство домов. Собственно, как я считаю, это будет намного выгоднее, чем машины. И это, кстати, реально выгоднее. Это вот там прям много можно делать. Думаю, что вы помните историю с перекупством дома в Батрево, где, получается, там 2 ляма с него заработал, даже больше, получается. Прям вообще тогда офигенно все пошло. И получается, вот я решил все-таки перейти в перекупство домов и, получается, продал в плюс 300 тысяч эту квартиру. Конечно, записывался этот выпуск, получается, целых 2 недели, но, тем не менее, событий произошло, на самом деле, довольно-таки мало. Но вот, собственно, одно из них, как я уже только что говорил, хочу перейти в перекупство домов, собственно, что я сейчас и сделал. И вот только что я, как бы, так скажем, торгуюсь за домик в Простоквасино. Хочу, и, точнее, договорился с человеком его купить за 6,5, но чел говорит, давай 6,6, ты же говорил, что у тебя только 6,5, а на руках у самого есть 6,6. Кидаю, давай 6,6, ты меня обманываешь, такое. Я говорю ему, да пофиг, кидай, давай уже 5,550, точнее 6,550, извиняюсь. И вот, собственно, он мне кинул 6,550, и, собственно, за такую сумму я и купил домик. Напомню, что дом в Батрево покупал за 6,2, а продал за 8,5, и думаю, что с этим домом у меня будет хотя бы примерно такая же история, но что было с ним, вы узнаете немножечко позже. И этим же днем, 8 мая, когда я купил этот дом, мне Дима решил, так скажем, в итоге подарить, можно так сказать, немножечко денег. Он задолбался ставить с этим чайзером, получается, и решил его мне слить за 850 тысяч. Пусть он его брал за 700, и, типа, продал мне 150 тысяч себе плюсом, купил его за 850, и вы не поверите, что он с ним задолбался стоять, и буквально там через 5-10 минут я уже его продаю за целый миллион, прикиньте, да, то есть 150 тысяч сделал там буквально за пару минут, это... Прям классно было. Спасибо большое, Дима, тебе еще раз за это такой приятный бонус. На следующий день, 9 мая, я решаю заглянуть на БУ Высокий, вижу крузак и покупаю его за 5,5 миллионов. Собственно, думаю, что вы помните, мне Дима когда-то продавал точно такой же за, получается, 5,650 или за 5,850, который я продал в итоге за 6, а в итоге теперь я нашел крузак за 5,5. В итоге мне пацаны говорили, что это как-то дороговато, их вообще за 5 надо брать, 4,5, но я взял по 5,5, это, собственно, раньше когда-то была нормальная цена, но все же в следующем кадре вы уже видите все-таки сколько я с него поднял. И да, я с него все-таки поднять смог. Уже не на следующий день, а через 2, получается 11 мая, я нашел каких-то очень мутных типов, которые сначала хотели взять за 6,5, потом чел сказал, что у меня есть, получается, глава банды, которая хочет купить у тебя этот крузак. Потом глава банды говорит, что не, я за 6,5 не хотел брать, давай за 6. Потом я говорю, да не, 6 мало, давай 6,2. Потом он, короче, за 6 уже не хочет, в эту 5,8, короче, хрень с ним какая-то получилась. Но в итоге все-таки я продал ему за 5,9, он, собственно, принял предложение, и в итоге заработал с этого крузака я 400 тысяч, в итоге еще 2 дня на нем покатавшись и немножечко заработая с него с угонов, так как, собственно, иногда он появляется в списке угоняемых машин, и его можно угнать, то есть, а за него дают 70 тысяч, то есть, ну, в принципе, неплохо, да. Поимел с него там, ну, конечно, там еще надо с напарником делиться, получается, по поводу угона, ну, там, 50 тысяч я забрал себе, и в итоге, получается, ну, сколько, 450к с него плюс, это, как я считаю, очень даже неплохо, когда 2 дня из крузака, который брал для себя. Ну а вот мы подошли уже к такому очень даже интересному. Собственно, событие 12 мая и продажа моего дома. Собственно, как видите, я продаю его сейчас Диме, моему, собственно, другу, за 6,5. Спросите, почему так мало? А потому что Дима мне нашел домик за 14к. Скоро узнаете, какой именно. Получается, но я никак не мог продать этот дом. Собственно, тот вариант уже прям горел. Его надо было срочно брать, а у меня денег не было. Также, как видите, я там чуточку плюс себе денег сделал, потому что я рюкзак продал.
продал свой за 600 тысяч, который, напомню, брал вот так же у Димы за 200, то есть он мне еще 400 тысяч, можно сказать, подарил. И в итоге вот я ему продал в минус на 50 тысяч, но просто бабки нужны были очень срочно, чтобы по сладкой цене взять очень сладкий вариант. Собственно, сейчас вы увидите какой. Ну, собственно, вот и он. Это, получается, дом в Гарреле, буквально там в 20 метрах от дома Димы, с огородом, с таким вот, можно сказать, заездом, как бы там просто забора нет, поэтому, можно сказать, что заезд есть. И огород, самое главное, это огород, о котором я очень долго мечтал. Вот, 14 кака, получается, напомню, что дом Дима брал по соседству от меня, там, буквально недалеко, за 16 миллионов, насколько я помню, да, он же брал за 16, ну, вроде за 16. Если что, то мне Дима потом скажет, я спрошу, может быть, в следующей серии будет перекупа, скажу. И вот, собственно, он брал за 16, я взял за 14. Конечно, есть варианты подешевле, в принципе, можно было бы найти еще подешевле, но это надо ждать, надо выискивать. А тут выпал такой вариант за 14, и думаю, что, в принципе, это очень даже хороший обмен, тем более, что ушел с дома я всего лишь, так, как бы, на 50 тысяч минуса, пусть, как бы, мог заработать, потому что Дима буквально там на следующий день его продал за 8, но, увы, потом пошел в казино и слил еще миллион. Но, в итоге, заработал. Работание, можно сказать, что с него получается 50 тысяч, точнее 500 тысяч, извиняюсь. Ну что, тоже, в принципе, неплохо, можем, так скажем, похопать. Спасибо большое за такой вариантик, спасибо большое, что дом забрал так по-быстрому. Конечно, за хорошую, для перекупа цену, но все равно, да, спасибо тебе большое, спасибо большое. И в итоге теперь я, получается, занимаюсь огородом. Собственно, вы можете уже перед своими глазами видеть то, как я это все дело покупаю, как я... Собственно, вот я, да, купил огород. И как бы кто не знал, то да, если у тебя есть дом, к которому привязан огород, собственно, типа этот огород, никто другой может, не может купить, кроме владельца дома, к которому этот огород привязан. Вот так вот. И, собственно, вот я его купил за 500 тысяч, осталось только лишь купить эту вот палаточку, или же как там называть, теплицу, да, которая стоит 300 тысяч. Конечно, денег у меня пока что не осталось, но в срочном образе, конечно же, я уже нашел эту палатку, точнее, деньги на нее, и можно сказать, что я заработал уже с этого огорода на нее, собственно, денег. И, как бы, прибыль с него очень хорошая. На данный момент я с него уже, как бы, подразогнался, так скажем. Я уже с него могу делать там довольно-таки неплохие суммы, в принципе, что там, 300-400 тысяч в день, в принципе. Там особо сильно не стараясь. Это, как бы, как я считаю, очень даже и хороший заработок. Это прям вообще мне теперь бабки на перекуп накопятся, и мы снова продолжим этим заниматься. Собственно, как вы поняли, да, у меня денег на перекупство не осталось. Этот дом с огородом я хочу оставить себе на пользование, хочу с него хотя бы 10 миллионов сделать, и хотите, чтобы, ну, я имею в виду именно с огорода 10 миллионов сделать, и вот, в принципе, тогда я его, скорее всего, продам, этот дом вместе с огородом, когда у меня, когда я заработаю с него 10 миллионов, пипец, это аж как-то, не знаю, космически звучит, 10 миллионов с огорода заработать, прям вообще, тем более за короткие сроки я должен это сделать меньше, чем за месяц, это прям вообще по кайфу будет. И получится продать этот дом также в плюс, потому что достался он мне довольно-таки дешево, всего лишь там 14 миллионов. Для этого дома, поверьте, это довольно-таки мало. И получается, вот он у меня теперь есть, собственно, вот у меня подходит один из урожаев, в который я собираю, получается, да, это, собственно, Мария Ивановна, да, не буду называть ее реальным названием, собственно, вы ее реально называете, можете увидеть, собственно, перед собой. Так он именно называется, да. Лучше не буду говорить, это вдруг еще YouTube это самое подумает что-то неправильное. И вот, собственно, да, я собираюсь. Каждого такого огородика можно собрать по 70 тысяч, растет он по 2 часа. Собственно, вы можете сами посчитать, сколько мне нужно времени, сколько я смогу урожаев таких собрать. И буквально там на одну посадку, на один полив у меня тратится там по 5-10 минут максимум. То есть, можно сказать, за 20 минут я делаю 70 тысяч, это вообще кайфовая штука. Бизнес с огромной финкой и не такой уж и дорогой, прям вообще по кайфу. Но, тем не менее, это еще не самое последнее событие на эту серию. Пусть и серия довольно-таки коротенькая у нас сегодня получается. Ну а последним моим действием на эту серию, это, получается, покупка вот такого вот Е55. К несчастью, увы, я забыл включить запись, когда его покупал, но могу так на слово рассказать. Купил я его на вот таких вот дисках от Гелика, получается. Ну, конечно, не только на Гелик, вроде как такие диски ставятся, но не суть. В принципе, Е55 на дисках, похожие на геликовские, за 500 тысяч. В принципе, цена для него очень даже хорошая. Помню, когда-то я его брал за 450, потом за 550 или за 600 продавал. В принципе,
и тогда то был еще стоковый, и это получается на дисках, то есть, в принципе, еще неплохо, очень даже хороший вариант. В принципе, взял его для себя, потому что мне очень неудобно в инвентарь складывать свою Марию Ивановну, которую я собираю, и потому что в инвентаре лимит 700, а в багажнике безлимит на нее вроде как, и туда мне намного удобнее все это дело складывать, с собой возить, то есть, получается, я купил эту тачку чисто для багажника и чисто для поджопника, чтобы как-то первое время передвигаться. В принципе, думаю, что я его, скорее всего, оставлю на довольно-таки продолжительное время, пока там, например, не заработаю на тачку получше, или же пока не продам огород, скорее всего. Если, конечно, я еще не поймаю тачку по ГОСУ, собственно, и BMW E28, скорее всего, в среду, то есть через 2 дня я ее буду ловить. Может быть, это войдет в ролик, если я ее словлю, то есть да. Может быть, у меня будет вместо него E28 BMW, этот E55 я продам в плюс. В принципе, может быть и такое. Ну что ж, в принципе, на этом события заканчиваются. Пусть серия такая коротенькая, прошло всего лишь 10 минут серии, и вот все действия, собственно, произошли, но заработал, как я считаю, с этой серии прям очень неплохо, потому что как бы я продал, получается, этот самый рюкзак плюс 400 тысяч, мне Дима, можно сказать, подарил чайзер, который я продал за 150 плюса, также еще, получается, был крузак, который я продал в хороший плюс, тоже 450, получается, еще был... У нас получается дом, который я слил в минус 50, но благодаря тому, что он его слил в минус 50, я купил домик за 14 с огородом. Это, я считаю, очень даже хороший, в принципе, равноценный обмен. Даже более чем равноценный, реально, на самом деле. Мне кажется, с него намного больше подниму. Ну что ж, в принципе, это все. Всем большое спасибо за просмотр. Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал, это очень важно. Таким образом, можно поддерживать, мотивировать. Короче, делайте мне очень приятно. Спасибо большое всем, кто это делает, но всем вам. Я желаю удачи и всем. Пока!